Всем привет, с нами Руслан Сафаров, капитан сборной России по мини-футболу. Привет, Руслан, расскажи, пожалуйста, как прошли 2 выходных? Привет, выходные удались очень удачно, отдохнули на океане, побывали на Тихом. И сейчас идет полный настрой на игру со сборной США. Что сказал тренер перед игрой, какие-то советы дал? Тренер настраивал на игру, чтобы не расслаблялись ни в коем случае, и подходили к каждому сопернику внимательно и игры, чтобы только на победу. В оптимальном составе будете подходить? В оптимальном составе, я думаю, все травмированные залечились, и спасибо доктору, все готовы. Спасибо большое, а мы ждем вас сегодня на просмотре нашей игры с США в час ночи.